Сила Драупнера. Любопытно. Ладно, пошли обсудим это по пути. Если говорить честно, я волнуюсь. Мы создали оружие, способное убить бога. Можно даже сказать, что ты почти вернулся в город. Боишься помогать очередному жестокому богу? Я боюсь за тебя, брат. Это копье может развязать войну. Ту самую. Если тебя это больше не тревожит, то Фрей, наверное, права. Может, великаны и правда говорили о тебе?
Это копье Драупнир. Ты готов пустить его в ход? Для защиты Атрея. Я воин лишь для него. И ничей я не бог. Я такой по форме, но не по сути. Ты понимаешь? Думаю, разногласия — это меньшее, с чем приходится мириться в нашем союзе. Если мы хотим убить Хеймдаля, остальное меня мало волнует. Да, кстати, Один имеет некоторые представления о наших планах. Так и думала, что слышала ворона в проклятии. Что он сказал? Врал, угрожал и опять врал. А ты чего ждала? Думаешь, он врет, что Атрей в Асгарде? Нет, боюсь, в этом вопросе я ему верю. Тогда остальное не важно. Неподалеку у залива я видела ворота. Твое копье проложит к ним путь. Сюда. Этот камень. В нем есть отверстие как раз под ту рукоять. И если я прав, готовься к бою. Картрифил без душ. Осторожно, сзади! Готовься, червяк! Принеси мне кое-что. Молот. Оружие? Нет. Небольшой кузнечный молот. Он символизировал сопротивление, единство гильдии и прочую чушь. Но был символом, пока асы не зарыли его под этой олиповатой статуей гнома в заливе. Гномы будут рады увидеть его вновь. Ты не боишься, что и инхерии обратят на это внимание? Все отец чуть не распорол мне горло, чтобы добраться до тебя, так что плевать. Как найдешь, приходи в таверну. С этим копьем ты сможешь посетить новые области в заливе. Да. Может, поищем молоток Дурлина, пока мы тут? Как скажешь, конечно. Ты цел? Моей жизни не впервые угрожают асы. Но? Но лучше, чтобы больше этого не было. Да, после остановки буровых машин здесь, кажется, посвежело. Не кажется, а точно. Ты прав. Спасибо, брат. Если память мне не изменяет, в этом направлении должна быть та огромная статуя, а за ней и молот Дурлина.
Прошу вас, помогите! Что тебе нужно? Ну, если вкратце, сокровище, а точнее клад, спрятанный вон там. Мы с сыном. Мы прибыли на эти острова в поисках богатства. Я боялся, что это слишком опасно, поэтому пошел один. И, очевидно, оказался прав. Поэтому ты до сих пор здесь. Мой сын. Я подозреваю, он пошел искать вторую половину сокровища. Прошу вас, узнайте, что с ним стало. Если вам нужна награда, можете забрать сокровище себе. Мы были моряками. Покинули Мидгард, чтобы поискать удачи в других краях.
Успех был так близок. Мальчик мой, прости меня. Это старые кости. Его сын давно уже сгинул. Нам несложно убедиться. Вот.
Рунная плита. Надпись неполная. Возьми резец и закончи ее. Теперь мне надо сказать слово. Флюга. Молот Дурлина. И он сохранился в целости, в отличие от его воли к борьбе. Отнесем ему молот. Go!
Муспельхеймское семя собрано воедино. Нужно отыскать мистические врата. Может, найдем испытание Сурта. Этот шум не сулит ничего хорошего! Брат, этот злобень устроился наверху! Ясно!
не завалило обломками, тех растерзали эти твари. Go!
Прошу, найдите его. Встреча с девой кузницы заставила меня кое-что вспомнить. Я думал, их можно увидеть только на моей родине. Водных дев, кующих оружие? Да. Помню, была одна озерная нимфа по имени Нимуэ. Большая мастерица по части мечей. Мимир. В прямом смысле. Как не стыдно. Она делала лучшие мечи на всех островах и имела большие планы на их использование. Интересно, что с ней стало? Ну, мы закончили копье. Стоп, молчи. Пусть Брок мне все расскажет. Сделаем вид, что меня тут не было. Я знал, что мы что-то потеряли. Все для вас. Разожгу печь. Все равно я был рад встрече.
Теперь у тебя есть оружие, способное победить Хеймдаля. Осталось к нему подобраться. Да, если план остался тот же. Тот же. Я буду защищать сына. Но тогда изначальная идея избежать Рагнарёка потеряла свою значимость. Это дело Одина. Именно это меня и беспокоит. Слушай, брат, то, что он тебе говорил... Его слова ничто. Верно. Хотя, по-моему, возмездием просто так не грозят. Нужно тщательно продумать все последствия. Ты слишком торопишься. Сперва узнаем, что удалось Синдри. Копье. Глянь, что у нас вышло. А теперь бум! О, ты посмотри! Это особое оружие. Будто я сам не знаю. Ты нашел путь в Асгард? Не совсем. Была пара идей, но не сработало. Удачно. Брат, что же нам делать, если пути в Асгард нет? Я не знаю. Мне надо подумать. Я устал. Так у девы с вами точно ничего странного не случилось? Вообще? Абсолютно ничего. Все прошло как по накатанному льду. А что? У тебя был повод думать, что все пойдет через задницу? Что? Нет, конечно нет. Я рад узнать, что все прошло как надо. Так и было. И к тому же очень развлекательная прогулка вышла. Я все им разжевал насчет формы и сути вещей, и в чем разница, и вышел прям целый форматив. Опять придумываешь слова? И ничего такого. Я сказал мотив, причем отличный. Ты невозможен. Я самый возможный из всех присутствующих. Брат, ты куда это? Спать. Значит, мы так и будем брести вслепую, надеясь, что не упремся в Рагнарёк? Таков твой план?
Атос. Все хорошо? Кажется, твой отец уже готов отправляться. Тогда идем. Тебе нравится шелест волн, малыш? Мы с твоим отцом часто плаваем по реке. Однажды и ты научишься скользить по ее водам. Мы живем в сердце Диколесья, самого красивого леса во всем Мидгарде. Тут безопасно и тихо. Тут много дичи. И ты ни в чем не будешь нуждаться. Неподалеку отсюда то место, где мы с твоим отцом встретились. Мы чуть не убили друг друга. Но с тех пор он стал мягче. Немного. К несчастью для тебя, он по-прежнему ужасно упрям. Кажется, учить тебя разговаривать придется мне. Твой отец научит тебя охотиться. Хотя, возможно, и это придется делать мне. Ведь все, что он умеет делать, это ворчать. Тебе нечего сказать своему сыну? Что мне сказать ему, Фэй? Хоть что-то. Пусть он узнает твой голос. Пусть узнает тебя. Чем меньше он будет знать, тем лучше. Знание не всегда обуза. Подумать только. Могучий бог войны боится собственного сына. Я не боюсь нашего ребенка, Фэй. Я боюсь за него. Он невинен. Мы не наши ошибки. Мы не те, кем были раньше. Мы должны быть лучше. Атрей, наше будущее. Береги его, Кратос. Защити, защити.
Что тебе сделала эта стенка? Я концентрируюсь. Отец меня научил. Получается? Пока нет. А на чем концентрируешься? На контроле эмоций. Хеймдаль пытается вывести меня из себя. Но я не поддамся. Труд. Эй, здесь труд. Спокойно. Тренируетесь без меня? А что, неплохая идея. С тобой? Ну, по-моему, идея отличная. Но если твоя мама узнает, разозлится. Верно. Но ты не учел. Не учел. И мне совсем не больно. В общем, тебя хочет видеть дед. О, понятно. Дед, ладно. Тогда вот держи. И передай привет Сив, леди Сив, Атрей. Увидимся. И Труд. Пока, Труд. Мидгарские мальчишки странные. Странный не значит плохой. Вы двое. Что в кувшине? Сливки. Мама любит. А он об этом знает. Дед у себя в кабинете. До встречи.